Первый игровой отрезок для обеих команд прошел на равных. Во втором на поле развернулись нешуточные баталии. Команда «Авангард» быстро завладела преимуществом и открыла счет матча, а после отправила в ворота соперника еще один гол. Итог игры 2-0. Немножко не повезло. Вот, скажем так, у «Авангард» было несколько моментов, которые, в принципе, они все реализовали фактически. Вот, а у нашей команды моментов было намного больше, но хорошая игра вратаря, вот, ну, спортивное везение было сегодня вот, не на нашей стороне. У нас основная задача была выиграть чемпионат, вот, защитить титул чемпиона прошлого года. Вот мы с этой задачей справились. Терем и «Авангард» – давние соперники. В прошлом году в финале Кубка чемпионата города спортсмены также боролись за первое место. Тогда Терем вырвал победу и забрал кубок себе. А в этом году спортсмены «Авангарда» были готовы ко встрече и заняли первое место. Ура! Принципиальная игра в финале с принципиальной командой «Терем». Настрой был у всех, ребята пришли даже с травмами, на мазях, на заморозках. Но, в общем, победа достается сильнейшим. Мы считаем, что в этом матче мы были лучше. Всего в чемпионате приняло участие 13 команд. Соревнования проходили по кубковой системе на выбывание. Сама по себе кубковая система, она, я думаю, очень красива, потому что еще второго шанса не будет, и команды после поражения отлетают, поэтому на кубок, я думаю, все команды настраиваются особым образом. Летний сезон закончен, итоги подведены. Теперь организаторы готовятся к ветеранскому турниру и зимним соревнованиям. Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте «Все о футболе в Сарове». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Два соревновательных дня, четыре команды, десятки заброшенных в кольцо мячей. И только один победитель. Турнир «Мирный атом» уже стал традиционным для нашего города. В этом году в нем приняли участие команды из четырех предприятий атомной отрасли. Соревнования прошли по системе плей-офф. Два полуфинала, матч за третье место и финал. Нижний Новгород – это не АЭП или сейчас, как они по-новому называются, АСЭ. Традиционно уже к нам приезжают. В общем, мы всегда рады их видеть. Ну и, конечно же, команда «Старт» с города Заречный, тоже ребята к нам давно приезжают, мы дружим, вместе ездили, ну, как, наверное, многие знают, мы вместе ездили в Испанию на чемпионат мира среди трудящихся, и, в общем, костяк той сборной России составлял именно вот две наши команды, Заречный и Саров. А также спортсмены из Озерска и, конечно, Российского федерального ядерного центра. Именно с матча этих двух команд и начался турнир. Спортсмены в НЕФ не оставили соперникам шанса и с легкостью заработали себе путевку в финал. Мы играем дома. Мы понимали, что придут люди. Мы не можем проиграть. В том году мы проиграли Заречным в финале в упорной борьбе. Вот. И в этом году, конечно же, стояла задача все-таки победить. Но спортивная вендетта так и не состоялась. Противостояние с Заречным не произошло. Баскетболисты из «Старта» упустили победу. И в финале команда в ней встретилась с нижегородцами. Мы, конечно, думали, что Заречный выиграет. Но ребята настроились с Нижнего Новгорода. И доказали, что они достойны соперники. И выиграли их. И то есть... И мы тоже так сегодня настраивались, чтобы показать, во-первых, свою лучшую игру и зрителям. Потому что это, можно сказать, первая игра, скажем так, в этом сезоне, да, и хотелось свои лучшие качества проявить. С первых минут матча команда хозяев взяла инициативу в свои руки. Уверенные передачи, грамотная игра в обороне и нападении. Все это привело к тому, что к середине матча сборная РФС «МНЕФ» уже вела в счете 53-24. Из-за большого напряжения каждую минуту слышался свисток судьи и назначались штрафные броски. Сразу мы начали вот так, как нужно играть в финале, агрессивно, очень жестко и строго в защите. Мы выстроили защиту так, как мы умеем. И, ну, как говорят, получается в защите, тогда получится нападение. Посмотрите, в первой четверти мы забили 30 очков. Как итог, сотрудники ядерного центра без труда переиграли своих соперников. Финальный счет 105-57. Кубок остался в Сарове. Сразу после матча прошла торжественная церемония награждения и вручения индивидуальных призов. Сотрудник градообразующего предприятия Дмитрий Климов был признан лучшим игроком турнира. А еще один спортсмен команды «ВНЕФ» Сергей Ишеев удостоился звания «Самый ценный игрок».
Алексей Захаров занимается плаванием больше 7 лет. За это время молодой человек неоднократно побеждал на городских и областных соревнованиях. На первенстве в Нижнем Новгороде в своей возрастной категории Алексей стал бронзовым призером на дистанциях 100 метров вольным стилем и баттерфляем. Ну, такое в первый раз. Мне кажется, что все-таки маленько повезло. Где-то повезло, где-то получилось лучше, чем у остальных. Ну, я работал, естественно, но было сложно, потому что начало сезона, и для подготовки было мало времени. На первенстве в Нижнем Новгороде Павел Клюшников стал третьим. Молодой человек на соревнованиях проплыл 50 метров вольным стилем. На этой дистанции я поставил свой личный рекорд. Там вышел с 26 секунд. И хочу дальше на следующих соревнованиях побить этот рекорд. Всего в турнире приняло участие 24 команды со всей области. Каждой из них предстояло проплыть комбинированную эстафету брасом, кролем, вольным стилем и на спине. По итогам соревнований наши спортсмены стали четвертыми и установили новый командный рекорд Сарова. Здесь мы выступали как бы в каждом своем виде. Кто более понимает, что где у него лучший разряд, лучший результат, где он может завоевать хорошее место. Вот поэтому мы так выставили команду, и удачно дети выступили. В конце октября спортсмены под руководством Евгения Чувашлева отправятся в Нижний Новгород на первенство по плаванию. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24. В хоккейном клубе «Феникс» играет более 30 человек. Его основал 15 лет назад Вячеслав Логинов. С тех пор участники клуба постоянно принимают участие в спортивных соревнованиях и организуют ветеранские турниры. В этот раз «Феникс» провел товарищеский матч среди своей команды. Игру приурочили к Международному дню пожилого человека. Как правило, в октябре месяце у нас начинается полноценный сезон, когда возвращаются все из отпусков, из различных домов отдыха, где они отдыхали. И все мы выходим на эту площадку. И именно вот в октябре. Вот просто так совпало, что именно вот этот конкретный день, Международный день пожилого человека, пожилых людей, и вот эти наши мероприятия, они просто совпали и наложились. Хоккей объединяет всех, независимо от социального статуса. На ледовом поле можно увидеть начальников федеральных ведомств, директоров городских учреждений, священнослужителей и других. Протоиерей Владимир Кузнецов, нападающий левого фланга, играть в хоккей он начал 50 лет назад. Еще мальчишкой он защищал честь дворовой команды «Золотая шайба». Потом закончил спортивную карьеру и стал служить в церкви. Через некоторое время отец Владимир понял, что хоккей – это неотъемлемая часть его жизни. Люди, которые меня знали, которые помнили, пригласили меня в такую вот группу здоровья. Вот. И я принял это приглашение, и вот уже в течение нескольких лет я вот являюсь таким вот постоянным членом нашего клуба, который называется «Феникс». Посмотрев на пример отца Владимира, протоиерей Сергей Скузоваткин тоже решил попробовать себя в роли хоккеиста. И вот уже 8 лет он играет за клуб «Феникс». Ну, это очень увлекательная игра, очень интересный зимний вид спорта. Это, радость мышечная и радость такого какого-то, облегчения. И здесь ты немножко чувствуешь себя, другим человеком, что ли. Товарищеский матч состоялся со счетом 4-3. Победу одержала команда «Феникс-2». Как уверяют хоккеисты клуба, в товарищеской игре проигравших не бывает. Главное не победа, а участие. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24.